Сегодня мы запечем макароны с фаршем. Выкладываем 500 грамм фарша, перец, орегано, соль и один зубчик чеснока. Все это тщательно обжариваем на сковородке без масла. Убираем сковородку, возвращаем и здесь же растапливаем 30 грамм масла. Добавляем 1 столовую ложку муки и заливаем все это молоком. Все тщательно перемешиваем и убираем в сторонку. Готовые макароны заливаем 2 яйцами. Все это тщательно перемешиваем и убираем в сторонку. Начинаем формировать наше блюдо. Выкладываем макароны с яйцами. Заливаем все это соусом маринара. Тщательно перемешиваем. Далее добавляем фарш, 10 грамм сыра, смесь муки и молока и завершаем все сыром. Убираем в духовку и выпекаем 30 минут при 200 градусах. Всем приятного аппетита!